Acest bordei are o vechime de peste 100 de ani. Este construit din piatră și acoperit cu lut, pământ și var. După cum vedeți, este o construcție moldovenească foarte veche. Sunt două geamuri mici iar la mijloc o ușă. В Рогожинах практически у каждого жителя есть каменная землянка, и в них хоть изредка, но до сих пор живут люди. Мария Арделяна всю жизнь прожила в таком необычном для современного человека доме, а ей уже 82 года. Я постоянно думаю о Боге, о Его писаниях. Здесь я действительно одна, одинешенька, никого нет. К Марии наша съемочная группа приехала по-настоящему внезапно, ведь у женщины нет ни домашнего, ни мобильного телефона. А почтовое сообщение вряд ли скоро дойдет. Мария живет в старой части села между скалами и заснеженной зимой или в гололедицу. Добираться до ее дома крайне тяжело. Что ж, были зимы суровые, когда мы не могли выбраться из этой землянки, потому что все было занесено снегом. Только такой зимы больше и не было. Очень часто Мария остается одна, ведь соседи, с которыми можно было бы поговорить, нет. Ближайший сосед – самый старый местный житель. Ему 92 года, и он живет в шести домах от землянки Марии. Проходите в землянку, проходите. Только я уже старая, но будет как будет. Проходите, посмотрите. Войдя в землянку, мы словно на машине времени перенеслись в другую эпоху. Постройки более века. Скромный и очень аккуратный домик. Ничего лишнего. Без телевизора, холодильника, телефона и воды из-под крана. Так сказать, минимализм прошлого столетия. Единственное напоминание о 21 веке – одинокая лампочка и радио. Нам телевизор. У меня нет телевизора, только радио. Оно у меня для того, чтобы знать, какая погода, будет ли снег или дождь. Ну и время узнаю. Так как водопровода нет, женщине приходится носить воду из ближайшего колодца. А греется она от печки, где огонь разводит с помощью дров и угля. У меня дверь выходит из строя. Конечно, если я уже давно совсем одна, да еще и старая, делаю то, что могу. Но дверь должна быть в порядке, чтобы дома было тепло. Порогу землянки Марии приходят сотрудники при Марии и дети, они приносят продукты. Она говорит, что летом уезжает к родственникам в гости в соседнее село, а сейчас остается дома, потому что холодно. Женщина заботится о птицах, о своей собаке, кошке и наслаждается визитом каждого гостя, который переступает ее порог. Мария говорит, что никогда не переедет из землянки. Если я уже не смогу жить сама, они могут меня забрать или нет, это их дело. Но пока я могу ходить, я приношу воду, огонь, готовлю себе и животным еду и не расстраиваюсь. Мария Арделяна говорит, что несмотря на то, что она живет одна, она чувствует себя счастливой. Каждый день она молится, чтобы ее дети были здоровы и чтобы во всем мире был мир. Все остальное, как говорит Мария, наживное. Светлана Турку, Илона Ведрашка, Евгений Гуменюк, Акчен Тв.